Итак, друзья, сегодня у нас специальное мероприятие, посвященное бракосочетанию отличной пары Надежда и Михаил. Вы скажете мне, что я оговорился. Но нет, у нас уже заготовлен реквизит. Я аккуратно поднимусь по этой лесенке в припрыжку. У нас на свадьбе будут дети. И дети приготовили нам подарок. Миша и Надя. И я и не знал, что у моей жены есть альтер-эго. Наверное, когда она напивается, ее зовут Надя. Почему Миша и Надя? Там откапчивай цепь, потому что знаешь, что сегодня будет настолько много грязи, что лучше избавиться от нее заранее. Под носом-то вылезти прыщ. И ты бы не сказала, я смотри, лавали замок, пролезали через форточки, разбили бокал, повешали новый замок. Мы традиции все сделали. Бокал разбил Мишка, пока залазил в окно. Потому что бокалы везде. Ну вот я поплакала, и все хорошо. Хорошо. Я просто парень, у которого сегодня свадьба. Простите, не забыл ли он кольца и брюки? А то он может, я знаю. Может быть все. Какая же ты, Аксюха, кто у меня? Самая красивая женщина раз, самая умная. Ну теперь уже самая счастливая. Самая неуклюжая. Как про нее? Миша, он такой же. Он же зануда еще та. Мы идем по улице Базайская. Это святая святых нашей академической науки, ботанической в том числе. Это вот, например, клевер. Ксюх, ток троехлистный. Любит, не любит. Ха, любит. Понимаешь, был бы четырехлистный, не повезло бы, что с любви. Ну, повезло бы, наверное, в деньгах, в богатстве. Смотри, вот он здесь, типа. Вот он уже испарился. Это ранетка, дичка. Тоже можно погадать. Любит, не любит, любит, не любит. Последняя счастлива, всем. Ксюха, если два этих полукруга сложить вот так вот друг к другу, получится раз, два, три, четыре. А что считать? 19 сердец. Но нам хватит с тобой и двух, чтобы быть счастливыми. Хорошо, что оно было изрыгнуто до меня, и я смог поехать и найти эту красотку. Here we go.
точно. Этот день настал, наконец-то. Это ваша свадьба, это ваш день. Сегодня вы главные, здесь и сегодня все-все-все для вас. И эмоции всех этих людей будут направлены только в вашу сторону, потому что именно для этого они приехали сюда. Поддержать вас и поздравить нашим новобрачным Михаилу и Ксении. Самое главное, брат! Один, два, три! Дорогие друзья, итак, встречайте, лучший жених по версии 2018 года, Михаил! День настал, да! Он его дождался, мы тоже. Давайте мы немного сменим настроение на лирическое и романтическое, потому что мы будем встречать самую прекрасную невесту, Ксению, вместе с ее папой. Я очень рад за вас и больше всего за Мию. Повезло очень с женой. Она, насколько я вижу, она очень жизнерадостная, хорошая и очень красивая девушка. Достался замечательный экземпляр. Самец, да, который жизнерадостный. У тебя бинго по жизни, я считаю. Но, Михаил, у нее бинго, когда у тебя есть риск. Наше троекратное... Ау! Ау! Свадебный десерт. Тот самый, самый красивый, самый вкусный, самый сладкий. Свадебный торт! Такие моменты нужно говорить о том, о чем ты мечтаешь, начинать с этого. Но на самом деле моя мечта уже сбылась. То, о чем я думал давно. Ну, я точно скажу, что обещаю тебе, что мы также будем с тобой веселиться. Во всех трудных моментах, ты знаешь, я найду выход. Я 100 раз тебе это доказывал. И я просто люблю тебя. Ты меня любишь и стараешься ради меня. Я люблю тебя и люблю нашу совместную жизнь. Я обещаю оставаться для тебя самым близким другом, заботиться о тебе и любить тебя, несмотря ни на что. И делать тебя самым счастливым. Тебя люблю. I don't need
такая сколотилась банда друзей, мы постоянно что-то мутим, что-то придумываем, что-то делаем. Мы всегда общаемся, всегда друг друга поддерживаем, всегда радуемся успехов каждого из нас. Если дружить, то по-настоящему, а если любить, то одну и всю жизнь. Миша, ты праздник, Миша, ты надежность, Ксюша, ты счастье, Ксюша, ты опора. Мы любим вас и пронесем любовь, как до крутого бармена от твоего дурацкого стажера. Сегодня на наших глазах свершилось чудо. Появилась новая семья. И они сегодня дали друг другу самое дорогое, что есть. Это их время.